расскажите, пожалуйста, про ваш стенд, какие новинки появились в этом году, что интересного есть. Ну, собственно говоря, меня зовут Смирнов Глеб, очень приятно с вами пообщаться. Здесь мы находимся на стенде компании акционерного общества «Рефар». Мы занимаемся производством алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления. Каждый год мы стараемся радовать наших посетителей какими-то технологическими новшествами. В этот раз у нас предоставлено целых три. Давайте начнем, наверное, с самого важного и самого главного. Прошу. На данном стенде у нас демонстрируется нанесение тефлонового покрытия на внутреннюю часть коллекторов. Как вы знаете, существуют проблемные регионы, у которых качество теплоносителя оставляет желать лучшего. Естественно, он не соответствует никаким параметрам, ни ГОСТ и ничему абсолютно. Для таких регионов мы в качестве эксперимента сюда привезли несколько опытных образцов и хотели бы услышать обратную связь от тех ребят, от тех монтажников, кто постоянно устанавливает наши радиаторы, либо те, кто живут в этих районах. Как нам, собственно говоря, повезло, вот вчера буквально клиент, да, из города Щелково, района Заречный. Вот, собственно говоря, там ежегодно люди меняют радиаторы отопления. Ежегодно. Сами понимаете, что это достаточно серьезная проблема. И это хотя бы одно из решений для таких людей, кто там, собственно говоря, живет. Вопрос. Как происходит процесс, ну, скажем так, нанесения? Все-таки на внутреннюю часть, я бы сказал, это, ну, максимум, что окунается, по идее, в какой-то раствор. Вы знаете, вот, собственно говоря, у нас есть технический специалист, ага, по этому поводу. Вы можете у него уточнить всю эту информацию. А по поводу дальнейших технологических новшеств, ага, могу я вам рассказать. Давайте дальнейшее, а потом, если что, мы вернемся. Обратимся, конечно. Хорошо. Пойдем со мной. Вот здесь у нас демонстрируется тип напольного кронштейна. Угу. Это, опять же, разработка, сделанная совместно с монтажными организациями, потому что опыт учитывался в первую очередь для разработки конструкции. Вы здесь, получается, я так думаю, исключаете вот это вот колебание, ну, шатание. Абсолютно верно. Вот как раз здесь у нас отлично демонстрируется. То есть мы видим, что радиатор не полностью зафиксирован. То есть это устаревшая модель крепления напольного. Включим возможность какого-либо шатания, ну, вы сами можете ощутить. Зайди, соответственно. И сейчас я вам наклоню для полноценной демонстрации. То есть, что мы показываем на этом стенде. Данный кронштейн можно устанавливать непосредственно в бетон до стадии стяжки. И вы получаете вот такие вот аккуратненькие отверстия, которые можно закрыть декоративным щитом. Естественно, покрасив его или оставив белым по своему усмотрению. Опять же, вы можете заметить, что секция фиксируется в эти пласты, и она идеально подходит под все наши радиаторы отопления. И алюминиевые, и биметаллические, абсолютно любые. Хорошее решение. Замечательно. Мы сами очень рады. Так, это, собственно говоря, из вторых, скажем так, наших изобретений. Второе, да, наше изобретение. И третье, это вот такая вот полочка для сушки без проблем. Собственно говоря, наше третье в этом году технологическое ноу-хау – это вот такая полочка для сушки. Действительно, очень удобный прибор, потому что все-таки многие домохозяйки постоянно не знают, куда им развешивать свои мокрые полотенца. И вот оно прекрасное решение. Очень удобное. И самое приятное, что им совершенно легко пользоваться. Не нужно никаких усилий. Только раз и обратно. Раз. И она выдерживает вес до 5 килограмм. И, собственно говоря, вот у нас первое решение. Скажем так, это стандарт, к которому мы привыкли. Да. А здесь уже увеличено. Прямо полочка. То есть действительно она выдерживает определенный вес. Можно поставить обувь, можно поставить варежки, сушить молодечки, те же самые. Да, абсолютно что угодно. Вот тесто, кстати говоря. Расскажите, пожалуйста, все-таки как происходит процесс нанесения покрытия вовнутрь? Но я имею в виду, это просто окунание какое-то радиатора, нет? Нанесение фторопласта, оно связано в первую очередь даже не с процессом нанесения, а с процессом полимеризации. Угу. Нанести фторопласт – дело не очень сложное. Сложно его полимеризовать.
на готовом изделии. И как это все-таки происходит? Не скажу. Не скажу. Нет. Хорошо. Не скажу. Но учтите, что температура полимеризации фторопласта около 400 градусов. 400. Понял. Температура полимеризации краски на радиатор около 200. А теперь задайте себе вопрос, как она не сгорает. И вы хотите, чтобы я вам сейчас рассказал пятилетний опыт работы? Ладно, хорошо, понял. Ну, все равно спасибо, скажем так, что озадачили еще больше. Мы, как только мы введем всю эту технологию в работу, мы, естественно, это нет, потому что я сколько смотрел, например, вот от производства радиаторов и так далее, в основном, ну это опять же, это только нанесение краски, по сути. Это просто окунули, какие-то производители заявляют, что они, скажем так, у них есть покрытие из, ну, к примеру, до этого. И, в принципе, происходило оно так же. Но при этом задавался сразу вопрос, а насколько, ну, уверенность того, что... Понятно, что такое адгезия, мы знаем очень хорошо. И мы, скажем так, верить в гальваническую историю нанесения внутри металла нельзя. Есть такое понятие, клетка Фарадея, до свидания, не работает гальваник внутри. Наносить в составе а-ля грунты внутрь радиатора можно, но для этого требуется подготовка поверхности, для этого требуются соответствующие грунты. Проведение наших испытаний в МИСИС, Московский институт стали сплава, на проникаемую проницаемость этих покрытий дала нам тот ответ, что как бы не работает. Потому что все равно проходит вода через поверхность. Мы давно, очень-очень давно, 10 лет еще искали решение нанесения фторопласта, то есть тифлон, на внутреннюю поверхность. Проблема нанесения, первая проблема нанесения внутрь, вторая проблема слой, и третья проблема это, собственно, как полимеризовать покрытие с высокой температурой на изделии, на котором есть краска с меньшей температурой полимеризации. Поэтому этот процесс совсем непростой. Для меня это уже сложно. И когда мы его освоим, мы вам, естественно, покажем, когда мы уверенно скажем, что все, парни, вот готовый продукт, там, с названием, там, я не знаю, каким угодно. Мы все даже не думали. Это сейчас. Но мы адгезию уже получили на прибор. Мы получили процесс нанесения. Знаем, как его полимеризовать. Да, это мы считаем, что это результат моего показа. Спасибо вам большое. Не за что. Это просто именно крепление самой прохода показывает. А, это с нижним подключением, друзья. Все. Универсальный, по сути. Цельный. Он без деления на секции. Вот здесь должно быть деление на секции. Он цельный. И данный производитель передал для вас небольшой подарок. О нем мы поговорим в последнем выпуске дневников выставки. Счастливо!